спортивной тусовки. В эфире «Самаркандской тусовки» и в рубрике «Спортивная тусовка» мы с вами поговорим о реальном айкидо. Фарухака, в эфире «Спортивная тусовка». Расскажите, пожалуйста, что такое реал айкидо? Ну, прежде всего, здравствуйте. Спасибо, что вы пожаловали к нам. Я хочу сказать, что айкидо – это один из популярнейших видов восточных единоборств и один из самых распространенных видов единоборств в мире. И в данный момент, в настоящее время, и вот такой вид единоборства пришел и в нашу республику. В частности, такой вид айкидо, как реальное айкидо, который мы практикуем. И, ну, что я могу сказать? Айкидо – это очень эффективная система самообороны, которая использует силу противника против него же самому. И в айкидо практически человек, который имеет меньшую силу, может без труда одолеть человека, который намного его сильнее, используя такие болевые воздействия на его слабые места, на пальцы, там, на глаза. Многие мои ученики, которые у меня занимаются, вот, уже вот, конечно, не сразу, как придет, мы не волшебники, но в течение года-двух лет уже я сам замечаю, ребята радуются. А что ты радуешься? А я в классе шеф стал. А там мой брат, его брат тоже у меня занимается, стал шеф среди таких-то классов всех. Ну, ребята, для ребят это что-то новое. Значит, тот, кто занимается айкидо, тот никого не боится. И в классе, и на учебе, и ему не страшны никакие там наркоманы или бандиты. Не, ну, само собой, конечно, ребята чувствуют себя гораздо увереннее на улице, гораздо увереннее и спокойнее. Более того, ребята, которые занимаются у меня именно айкидо, если, например, какой-то вид спорта, которым он занимается, человек как бы человека делает немного более агрессивным, то айкидо наоборот успокаивает. Более того, если ко мне приходит хулиган, он успокаивается, он становится спокойным, и уже в ответ, когда на агрессию, когда на него агрессивный напад происходит, он не сразу использует кулаки, он старается все это уладить мирно, потому что знает свою силу. Значит, можно посоветовать тем родителям, которые не могут справиться со своими детьми, приводите их, пусть дети занимаются секцией айкидо, тогда они будут самым спокойным и философски развитыми, да, наверное? А вот Фарухака, я вижу, здесь у вас занимаются девушки, следовательно, тот стереотип, что айкидо занимается только парни, это мужской спорт, это разрушается здесь? Да, 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 вот у меня есть и девчонки, и женщины, правда, женщины в других группах, и есть, более того, у меня есть ученики, которым 69 лет, вот, на ближайшие семинаре, который у нас в Узбекистане прошел, мой ученик, которому 69 лет, он сдал на желтый пояс. То есть это первая ступенька. Ему еще, может быть, к 73-4-5 лет может черный пояс получить. Он, я имею в виду, заниматься нетрудно. Даже вот человек почтенного возраста может совершенствовать себя в айкидо. Что бы вы посоветовали девушкам, на которых могут напасть нехорошие люди? Ну, прежде всего, я бы таким девушкам посоветовал ночью по темным переулкам не ходить. Но если уж вы попались, то надо не показывать свой страх. И ваши действия должны быть, прежде всего, незаметными и непонятными для человека, который нападает. Вы не должны показывать свою панику спокойно и неожиданно ему ударить по болевой точке, которая есть у всех мужчин, и многие девушки узнают, со всего размаху, и у человека пропадает всякое желание связываться с девушкой. Потом можно детского приема. Например, у меня есть вот девчонка, ну, она занимается у меня некоторое время, имеет желтый пояс, пожалуйста, может представить себе, что она вам понравилась в темном переулке, и вы какое-то там нападающее действие делаете, можете обнять ее. Я же здоровее ее. Ну, попробуйте. Хулиган, ну, может, чуть-чуть выпиши, мне понравилась девушка. Девушка, иди сюда. Все? Никогда больше в жизни не буду. Сделанный такой прием, который называется встречный ход или минаги. И молодая девушка, которая не имеет очень большой силы, смогла его повалить только за счет того, что было произведено болевое воздействие на точку под носом. Смотри. Вот, и он, хочет не хочет, упадет. Она просто всей рукой ему на нос надавила, под носом есть точка, и он просто упал. Это был для него шок. Это был действительно для меня шок. Не ходите просто так, занимайтесь айкидо, и вы никогда не останетесь в непредвиденной ситуации, да, и вы всегда будете выигрывать.